Привет. Привет, Ясночка. Фейсбук не пустил нас. Да, нас вдвоем, к сожалению, Фейсбук не пустил. Я сейчас думаю, что я сейчас везде напишу, что мы с тобой будем в Инсте, а не в Фейсбуке, чтобы к нам туда присоединялись. Вот кто-то там что-то нам написал, что неважно. Неважно. Я думаю, что нам стоит потихонечку начинать наш эфир, чтобы нас не ждали. Да, там, смотри, ты фильтры применяешь очень такие прикольненькие. Они мне тоже в Инсте нравятся. Вот, но... Да, мне нравится, что здесь такая есть возможность. Всякие штуки. Поскольку я веду эфир, хочу немножко представить тебя, пока к нам присоединяются. У нас там 3 зрителя. Это Ясно. Ясно. Поэт, психолог, переводчик. Я думаю, что есть еще много-много всяких разных граней, которых я даже не знаю. И надеюсь, что Ясно сегодня нам расскажет об этом. У меня прям заготовлен был план сегодняшнего эфира. Хочу начать с необычного, интересного знакомства. Оно такое прям носит такой, скажем, семейный такой формат. С Ясной меня познакомил мой сын. Кто-то к нам там присоединяется. Это было в Москве, в йога-клубе «Прана». Сначала с Ясной познакомился мой сын, тогда ему было лет 5, наверное. И потом мой сын познакомил меня уже с ней. Вот такая вот коротенечкая история. Ясно, я хочу, чтобы ты сама немножечко про себя рассказала, если у тебя есть возможность. У меня есть что добавить про твою историю, потому что я, когда вспоминаю тоже историю знакомства, ну, это было чуть больше года назад, в январе я летала в Египет на 2 недели, и я прилетела, помню, ночью в пятницу, и мне пришло уведомление, что будет в йога-клубе там мероприятие по йоге. Mm-hmm. Я такая помню, у меня голова такая, Ясно, куда? Ты только прилетела, там, чуть-чуть отдохни, не знаю, поспи, нет. Чувствую, что мне надо идти в этот йога-клуб, что-то там меня прям очень такое классное ждет. Вот, и всю дорогу, значит, на йоге я лежу и слышу за дверью йога-класса детский смех. И меня прям этот детский смех завораживает. Я прям чувствую, что что-то там такое есть, но я пока не догадываюсь. И когда класс закончился, да, все ушли, я хотела там с преподавателем переговорить, но долго там женщина с ним общалась. Вот, и я уже не могла больше ждать, я такая выхожу, и в этот момент я встречаю твоего сына, который на меня смотрит своими огромными космическими глазами и говорит: «Привет, я Максим, а тебя как зовут?» Я такая: «Я Ясно». Он: «Пошли играть», протягивает мне руку, и мы идем играть в свободный класс, и 2 часа играем. Вот, и в какой-то момент заходишь ты, такая говоришь: «Я не знаю, кто вы, но я знаю, что мне с вами что-то нужно». Вот, так что для меня это тоже была офигенная вообще история. Да, как-то вы так вот играли, и у меня, видимо, такой период был, что все люди, которые приходили в тот момент в мою жизнь, они для чего-то... Вот оно-то только-только пришло осознание, что они для чего-то приходят в мою жизнь. Ну и поскольку ты вот была, я тебе это сразу и озвучила, прям сразу вот выпалила. Ну и мне кажется, мы с тобой знакомы намного больше, чем вот год. У меня такое ощущение, что прям несколько лет или даже кусок жизни прям какой-то такой. Вот. Ну, по ощущениям, да, а по временной линии мы с тобой познакомились в середине января прошлого года. Ничего себе, вот я даже и не помню. Вот, и насколько я помню, у нас с тобой такое достаточно продуктивное было не сотрудничество. Я не могу сказать, что это сотрудничество было, да? Это прям было что-то такое, ну, намного больше, чем просто сотрудничество, да? Это прям, так, я не знаю, это взаимодействие какое-то такое, потому что мы с тобой много чем вот за это время позанимались, поэтому и кажется, что вот такой, что достаточно давно мы с тобой знакомы. Так, и вот я как бы возвращаюсь обратно к своему плану. Для меня вот такое знакомство – это семейная история, потому что сын мой, он как бы помнит тебя, если я ему говорю, сегодня у меня будет эфир с Ясной, он такой: «О, здорово!» Я помню, что ты консультировала меня на тот момент по каким-то вопросам, которые у меня были связаны с моим сыном, как психолог. Честно могу сказать, я не помню, чем все это закончилось, но я помню, что я осталась довольна такой консультацией.
Вот, и для меня это тоже как вот такая вот галочка, да, что мы с тобой поработали как с психологом. Слушай, так быстро у нас как бы пункты мои бегут. Может быть, расскажешь про себя чуть-чуть сама, чтобы... Ну, смотри, я просто, я, знаешь, когда начинаю рассказывать про себя, я не знаю, с какой грани начать, потому что реально очень много, многогранная у меня такая история, вот. Ну, и как бы отталкиваясь от того, чем я сейчас занимаюсь, то есть я как бы для себя сейчас выделяю три направления. Это одно, ну, это терапия, то есть я сейчас в основном квантовые трансформации, расстановки, плюс я учусь на процессуально ориентированного терапевта, ну, то есть как у меня такая интеграция методов. Кроме этого, я пишу вот эти свои трансформационные стихи, стихи как лекарство, стихи состояния, стихи терапии, стихи трансформации, ну, в общем, можно по-разному их называть. Вот. Да, и я начала выступать с концертами. Стихи — это отдельная тема, да, мы как бы, я хотела прям на ней очень-очень сильно остановиться, вот, потому как они такие у тебя очень необычные, вот, давай дальше, не буду тебя перебивать, извини, пожалуйста. Да, еще одно направление, ну, то есть как терапевт я работаю и со взрослыми, и с детьми, и подростками, просто разные подходы используют, то есть если со взрослыми я работаю через квантовые трансформации, процессуалку и... какой-то микс всего вообще, что я знаю. То есть с детьми я использую арт-терапию, игротерапию, ну и, знаешь, что-то из серии, что невозможно объяснить словами, но ребенок чувствует, да, какую-то такую сердечную вот волну. Вот, это то, что у меня всегда было. Ну и кроме этого, у меня есть еще одно супер уникальное направление, это консультации языковые, то есть когда люди учат язык, они сталкиваются с разными сложностями, когда, допустим, там усталость от языка, невозможно что-то запомнить, сопротивление, да, какие-то травмы предыдущих историй изучения языка, да, какие-то, может быть, некорректные преподаватели и такое прочее. То есть и у меня есть такое направление, вот, консультация, то есть это как психологическая консультация для человека, который имеет сложности в интеграции языка, в изучении иностранного языка. Вот. И, ну, я создала курс недавно, провела как раз с такими лайфхаками изучения языка, психологическими именно. Вот, я пишу сейчас книгу про это. Ну, в общем, это если так вот грубыми мазками про то, что я живу сейчас, вот как я живу жизнь сейчас, если так грубо-грубо. Да, понятно. Скажи, пожалуйста, а ты в каком городе сегодня ты находишься? Я сегодня в Питере, потому что, ну, я вообще живу в Турции последний год, но нас высадили из самолета прям со взлетно-посадочной полосы, потому что в момент, когда мы были в самолете, прилетел турецкий самолет, которому не дали посадку, и Турция в обмен не разрешила нашему самолету взлететь. Вот, и я проторчала несколько часов в аэропорту в Москве после перелета с Бали, где я была последние три, ну, около месяца, вот, мне, короче, некуда было податься, ну, в Москве у меня так получилось, что негде было, ну, как-то нужно было срочно это все, вот, и я оказалась в Питере, вот такая история. Это из-за ситуации с вирусом, это из-за ситуации с вирусом произошло? Да. Ничего себе, а в каких числах это было? Это было 28 числа. Ничего вот. Себе, я не ожидала, то есть я оказалась, ну, буквально просто в квартире своей подруги, которая застряла за границей, ну, такой же история, как и вот, она не смогла в Россию прилететь, а я не смогла улететь из России, и она мне разрешила пока пожить в ее квартире, потому что, вот, ну, и то есть я как бы по факту в чужом городе, у меня тут нет знакомых, никого, я тут просто сижу в квартире, хожу в магазин, и иногда выхожу на набережную погулять, которая рядышком. Ну, в Питере вот, хорошо, если там солнечная погода, там очень хорошо. Нева, конечно. Да.
Хорошо, да, но я пока не выбираюсь, я же вроде как 14 дней карантина должна выдержать, потому что я из-за границы приехала, хотя на Бали вроде бы не было зараженных, вот, но все равно я как бы соблюдаю. Ну, в магазин хожу, но так вот не хожу никуда пока. Ну, понятно. Но тут и все и закрыто до 30 числа по-любому. Ну, в Москве тоже все закрыто. Я так понимаю, что у многих там магазинов меняются графики работы. Так я обратила внимание, когда выбиралась. Мы тоже здесь сидим дома. Я не помню уже, сколько мы сидим. Пока сидели дома, я решила, что нужно проводить, ну, какие-то полезные такие вещи, которые для души, да, не просто там, просто, не просто трепаться, да, о чем-то, а делать что-то, что будет полезно для души и интересно мне самой в первую очередь. Вот так родилась вот эта идея, я ее сейчас так про себя называю, дневных эфиров, потому что я, ты не первый мастер, с кем я веду эфир, и я веду их днем. Почему дневные? Потому что, ну, наибольшее количество людей может днем присоединиться или потом еще посмотреть такой прямой эфир. И эти эфиры, они интересны и мне самой, пообщаться с тобой как с мастером, услышать какие-то твои новые стихи, я очень на них надеюсь, вот, потому что такая твоя поэзия, она очень для меня необычная, я бы ее назвала, ну, не я бы ее назвала, я думаю, что ты сама так ее называешь, стихотерапия, да, потому что у тебя прям стихи, которые лечат, лечат душу, поднимают, поднимают, будят ее, да, поднимают эмоции какие-то. Очень у меня прям идет очень-очень сердечный отклик. Еще до того, как я столкнулась с тобой как с поэтом, я помню, мы уже встречались в другой прана-йоге с тобой и разговаривали очень долго, сидели. Помнишь, да? Уже тогда еще, по-моему, я еще тогда не читала твоих стихов. Уже тогда у меня был такой вот отклик. Я думала, блин, как интересно, мы второй раз встречаемся. И вот весь этот процесс. И я очень рада такому нашему с тобой взаимодействию. Вот давай дальше потихонечку идем. По моему списку. Да. У меня вот следующий пунктик идет почитать стихи. Я прошу тебя почитать нам что-нибудь из своего, да, а потом я дополню уже, у меня там по следующему пунктику идет, дополню. И всем привет, смотри, кто там присоединяется. Вопросы задавайте, какие вас интересуют. Мы с Ясной ответим. Давай. Yes. Смотри, ну да, я за это время выпустила две книги, ну вот «Мама, я кто я?», и это как история в стихах, а это разрозненные стихи на разные темы, Бог погладил меня по голове и сказал, вот, мне сейчас, знаешь, ну, я думаю, какое стихотворение прочитать, я могу прочитать стихотворение просто парочку моих любимых. Вот. Может быть, у тебя есть какое-то любимое, я твое прочитать могу. Слушай, ну вот у меня здесь приготовлено, правда, следующим пунктиком идет. Не хочу туда идти. Я хотела предложить тебе прочитать, ну, рандомное какое-то. Может быть, или книжка у тебя откроется на каком-то, на какой-то страничке. Вот. Сама посмотри, что тебе интересно будет. Ну, или не интересно, а что нам судьба как бы даст, ну, как бы в данный момент времени. Ну, знаешь, я вот открыла просто из серии «Пальцем в небо». Давай. Сейчас, мне нужно немножечко настроиться. Ну, это, знаешь, одно из моих любимых стихотворений, оно было одно из первых. Я страшно хочу, чтобы меня любили. Любили, хвалили, ласково говорили. Я страстно хочу, чтобы меня ценили. Ценили и в сердце своем хранили. И даже если я не звонили, меня любили, со мной говорили. Или я тайно хочу, чтобы меня принимали, а не играли. И целовали,
Наивно хочу, чтобы понимали и, умиляясь, головой кивали. И это вдруг ясно рождает мысль, что нет совсем никого другого, кому бы это было главным смыслом, кроме меня самой, и мне это ново. Спасибо тебе большое. Ясно уже тут меня опередила. На тот момент, когда мы с ней встречались, по-моему, книжек у тебя еще не было, правильно я помню, Ясно? Да, да, не было книжек пока. Мы с тобой вот познакомились, а книги вышли весной и летом. Да, у Ясны две книги своих собственных стихов, изданием которых тоже занималась Ясна. Она об этом рассказывает в своих эфирах на своей страничке. Можно, наверное, что-то еще посмотреть или о чем-то ее потом спросить. Так вот, возвращаясь к тому, что у Ясны две книжки. По-моему, первой книжке даже писала отзыв я, чем очень-очень горжусь. Для меня это прям вот, знаешь, смеюсь я, потому что вот какая-то такая гордость, очень она непривычная, да, одно из первых — получить твои стихи, читать их, плакать. Я помню, как я плакала, как они меня трогали. И поскольку я твои стихи называю, ну, как бы пробуждающими, я такая, видимо, вовлеклась очень в процесс чтения, у меня есть стихи, которые я посвятила прочтению этой книги. Я, по-моему, даже тебе их написала как отзыв. Я прям специально пошла смотреть, чего я там на тебе написала, и хочу их тоже прочитать. То есть они идут как, вот, как отклик моей души, да, на твое творчество. Но я здесь, Аня, 5 секундочек проговорю, что я, когда написала эту книгу, мне прям важно было ее. Ну, я сделала пост на Фейсбуке, что вот я написала книгу, можете кто-то прочитать и дать обратную связь, потому что, ну, меня мотало в разные стороны, то есть от такого «О боже, это гениально!» до такого типа ты какой тут Пушкин вообще, на что ты претендуешь, и вообще, может, ты заигрываешься в какие-то игры. И я не могла найти какую-то середину для себя, и тогда вот, ну, много людей откликнулись, я выбрала просто интуитивно, и вот, ну, тебя, и ту обратную связь, которую я получила по прочтению, это было, ну, это было решающим, поэтому я тебе за это тоже очень благодарна. Слушай, а подскажи, пожалуйста, а вот еще какие-то отзывы ты получила? Вот, ну, я понимаю, да, раз книга была издана, значит, скорее всего, все они были прям такие вот сердечные и душевные. Правильно я понимаю? Да, я, знаешь, получила некоторые отзывы такие в аудиоформате WhatsApp с всхлипываниями. Вот, и там личными историями, как на них повлияла эта книга. И какие-то из тех историй, которые люди писали мне обратную связь, вот как твою я выкладывала, по-моему, может быть, я стихотворение не выкладывала, что-то я сейчас забыла, но я проверю. Стихотворение — это уже такое личное, я как бы хочу, ну, почитать, чтобы люди понимали, что твое творчество, оно особенное. Вот, у меня там на Пушкина такие стихи не рождаются, они просто вызывают во мне отклик сердечный, ну так, чтобы прям вот сесть и писать, а у меня они прям родились, и я их сразу-сразу записала. То есть это какой-то такой вот очень быстрый отклик. Вот, я поэтому и спрашиваю, а кто-нибудь там написал какую-нибудь такую нехорошую вещь, сказал, да ну, мне интересно, так многие пишут такие вещи. Да, да. Мне, ну, один из людей, которые мне написали на пост, это была женщина, ну, я ее лично знаю, но это такое шапочное знакомство было на свадьбе нашей общей подруги. Вот, она поэт профессиональный, ну, в смысле, что она состоит в, как там, член Союза писателей России, ну, вот в этой именно стихотворной его части, и она мне сказала, что она мне может, ну, написать обратную связь. Она мне написала обратную связь, которую, то есть, если бы я ее прочитала первую до ваших откликов, то я бы не издала книгу никогда и закрыла бы, и не смогла бы писать. Вот. Ну, то есть это была обратная связь из серии «Вот тут у тебя не ямб, тут не хорей, тут у тебя еще какая-то штука». И вообще, если ты хочешь нормально писать, то читай классиков. Ну, из серии «Посади себя в коробочку и будь как все». Вот. Ну да, она хотела тебе запихнуть стандартные рамки и шаблоны, да, стандартные. И в этом месте я поняла,
Да, то есть я поняла, что есть ее часть правды, ну, которая меня ранит, потому что я всю жизнь себя пыталась в коробочку впихнуть в какую-нибудь, а она уже не впихивается, вот, и что есть доля правды какая-то, но потом я поняла, что я не претендую ни на какую роль поэта, я не претендую на роль там классиков, на то, что я соблюдаю ямбхарей. Я не претендую ни на какое звание, ни на титул там Союза писателей России. Я ничего, ни на что не претендую. Мне главное, чтобы это касалось сердец других людей. Все. Вот. И здесь, то есть, я больше в контакте со своей истиной, вот внутри, со своей сутью, с тем, что если это во мне рождается, значит, это для кого-то нужно. А то, что это в какие-то рамки не вписывается, без проблем. Я всю жизнь пыталась писаться в рамки, это, блин, не получается. Ладно. Да, видишь, как интересно. Мы все всю свою жизнь пытаемся впихнуть в себя рамки, да, будь то рамки воспитания, рамки общества, рамки потом наших друзей, рамки отношений. Мы все туда, да, себя пытаемся впихнуть. Вот. На самом деле, мне кажется, рамки, они такие гибкие. Вот. И если их так вот не делать с углами, да, не тыкаться в эти углы постоянно, да, не раниться в них, то вот если их сделать какими-то такими гибкими и подвижными, можно подвинуть туда, там поменялась жизненная позиция, и это можно подвинуть, и здесь можно договориться, и в этом есть некий баланс, да. Другой вопрос, да, если мы претендуем на какую-то там профессиональную, там, доктора психологических наук или доктора медицины, да, то здесь есть рамки, которые регулируются государством, и здесь их, ну, как бы априори они соблюдаются, а в таких вещах, как вот терапия для души, к чему относятся твои стихи, здесь, ну, нет рамок, да, если людям это нравится, если люди читают, и это рождает их сердечный отклик, то, соответственно, здесь нет границ, есть лишь удовольствие от прочтения, сердечный отклик, ну и польза. Видишь, книги издаются, они у тебя достаточно популярны, вот, я периодически вижу, когда люди публикуют видеоотзывы на твои стихи или просто читают стихи, мне это в ленте периодически мелькает, и это так вот говорит о том, что это важно, это нужно. Вот, спасибо тебе большое. Я прям возвращаюсь к своей гордости, хочу почитать стихи, которые родились у меня в отклик на твои стихи. Да. Твои стихи, как терапия для души. Читаешь, и ледяная тяжесть на душе тает, и сердце сразу летает. 17 стихов строчек и до точек, до разных знаков вопросов. О Боже, сколько запросов! А потом снова опять мы будем шаги повторять. От одного и дальше, шагая вперед без опаски, можно ли верить в сказки, много ли надо ласки? Всего пара душевных строчек, да точек. И, видимо, я здесь распечатала, ну, как бы то письмо, которое я тебе писала. Благодарю тебя за доверие, одно из первых почитать твой сборник. Эти стихотворения, отзыв родился спонтанно. Твои стихи — терапия для души, путь для исследователя, искателя. И тут пишу, благодарю своего сына, видимо, ему уже было 6 лет, потому что мне написано 6 лет, за знакомство с тобой. Твое время пришло ото сна просыпаться, с собою встречаться, перестать огорчаться. Время пришло с душой своей в танцы мчаться. Вот это такой отклик у меня возник на прочтение твоей книжки. Я там махаю немножко людям, которые к нам присоединяются в эфире. Вот. Да, спасибо, Анют, классно. Я, ну, я, у меня ощущение, я помню, ну, стихи сами не помнила, но ощущение вспомнила, да. Ну, и я тоже, как бы, я почему делала вот эфиры, да, как эти книги, ну, появились, их история, я поняла, что это прям важно рассказать. Я на Ютубе эти эфиры сохранила, их можно посмотреть. Вот. И, ну, я понимаю, что это такие, знаешь, как состояния, которые я проживала, зашитые вот в строчке. Ну, есть у меня такой способ через слова проводить какие-то состояния. Вот, я вижу, машут мои читатели, я вас вижу, привет. Да, там, всем привет, кто к нам присоединился, можно Ясну поспрашивать про ее книжки. Помимо книг, я знаю, Ясна, у тебя есть карточки с твоими стихами, можешь рассказать, что это такое?
для чего они и как они вообще родились, идея таких карточек. Угу. Но на самом деле карточки со стихами, я, кстати, у меня нет их, потому что я все раздарила, сейчас нет наличия, ну, в смысле, вот у меня. Это вообще не моя была идея, это была идея Кати Паскал, мы проводили с ней совместный концерт «Мои стихи, ее стихи», и у нее родилась такая идея концерта иммерсивного, то есть когда люди участвуют в концерте, выбирая, вытаскивая карточку, то есть ни я, ни этот человек, мы не знаем, какое стихотворение я сейчас буду читать. Вот. И мы на скорую руку сделали, потому что концерт там был, ну, условно, через 3 дня, и мы сделали, как бы, за 3 дня картинки ты не нарисуешь метафорических карт, поэтому мы сделали фотографии. Вот, и эта идея так сильно прижилась, потому что на концертах, когда люди приходят на концерт, да, ну, мы проводили совместно, я проводила отдельно, и вытаскивают под свои какие-то запросы, вопросы, вытаскивают стихотворение карточкой, и я его читаю, это настолько сильно, настолько проникает прям вот куда-то вглубь. Вот, и потом я решила сделать такой формат, то есть кому-то удобно книгу, а кому-то удобно в карточках, да, вытянуть под ситуацию какую-то подсказку. Кто-то мне говорит, что карточки лежат на тумбочке рядом с кроватью, с них начинается день, как послание на день. Кто-то использует, ну, я уже много достаточно получила обратной связи от психологов, использует мои карточки в консультациях, вот, со стихами. Кто-то дарит, прям такой был период, шквал каких-то запросов, именно подарков на день рождения, что я хочу там маме, сестре, подруге подарить, и вот, ну, такой формат в карточках. Поэтому оказалось это классно. Я вот сейчас готовлю вторую колоду карт, то есть я сделала первую 50 стихов, они вот из этой книжки «Бог погладил меня по голове и сказал». Но сейчас у меня будет следующая уже книжка «Трансформация в стихах», и я хочу 50 классных самых стихов из этой книги сделать тоже колодой карт. Вот, я тоже, когда готовилась к нашему с тобой эфиру, я почему-то подумала, что вот эти карточки, они скорее напоминают метафорические карты. Вот видишь, я не зная, прям угадала, что они вот такого плана, и да, наверное, соответственно, используют их в психологии, ну, в консультировании, да, или с ответами на какие-то свои вопросы, на свои запросы. Это очень-очень здорово. Вот, я сама не видела твоих карточек, ничего не могу сказать, как это. Вот, я, по-моему, даже книгу твою ни одну не видела. В смысле, в живом напечатанном виде, только вот где-то на картинках. Вот, но на фотографии. Но это совсем не важно. С твоим творчеством можно познакомиться там и в других местах, например, у тебя на страничках. Ты сама пишешь свои стихи, их можно почитать. Ну, для тех, кто хочет, наверное, более полную какую-то версию, да, конечно, нужны книги. Ну, да, можно. Книги есть в электронном тоже варианте, потому что я понимаю, что не все хотят книги с собой таскать, поэтому есть электронный вариант книг, есть бумажный вариант, есть карточки, и есть просто Facebook или Instagram, где можно набрать хэштег «Ясно с поэмс» и почитать стихи. Я достаточно много выкладываю. То есть кто-то... Я периодически вижу, что кто-то заходит и прям много лайков, то есть как бы читает. Хотела тебя спросить, насколько я знаю, ты как бы сама занималась изданием своих книг, стихов. Сколько по времени у тебя заняло вот от момента того, как ты созрела издать эту книгу, до момента выхода ее в печать? Сколько это времени заняло? Я, ты знаешь, мне сложно отвечать на такие вопросы, потому что я не структурный человек вот в этом месяц, плане. Месяц-два. Я не знаю время. Месяц-два-три. Пару месяцев, наверное, примерно. То есть, то есть у меня вот эта вот линия времени, я не сильно за нее держусь. То есть я в каком-то... То есть спроси меня, что за день сегодня, сколько время, месяцы, где мы еще находимся. Мне это... Ну, то есть я не контролирую так слишком вот. Время. Да, поняла тебя. Слушай, ну это прям здорово, что, оказывается, можно не только написать свои стихи, вот, но и издать их. Это для меня
прям какое-то такое фантастическое «Вау! А что, так можно было?» Книги живые. Вон кто-то нам там пишет в комментариях, что книги живые. Вот. Не знаю, кто пишет, пусть они объяснят, что это для них значит, потому что нам тоже интересно послушать чужое, ну, как бы, мнение человека. Ну, знаешь, Анют, на самом деле, вот это издательство, которое издавало Ридера, оно сейчас самое крупное, самое хорошее издательство self-publishing из всех, то есть есть еще другие. Вот, но это вот просто прорыв в сфере издательского бизнеса в целом. Вот, потому что любой человек может издать книгу без каких-либо проблем с обалденной клиентоориентированностью, там, различными опциями, достаточно, ну, приемлемая стоимость за все это, то есть, на мой взгляд, это очень крутой проект, который ребята продвигают, создали, и, ну, благодаря вот такой возможности, да, я и многие другие авторы могут свои книги опубликовать. Слушай, ну это вообще, для меня это невероятно круто, и как для блондинки, хоть я и брюнетка, мне кажется, что это вообще вау, у меня даже слов никаких нет, ну вот я же сказала, да, а что, так можно было, да, написать книжку, еще и издать ее, и вот это живой человек, ясно, который вот это все сделал, для меня это прям, ну, это фантастика. Фантастика для меня это, я, ну, не укладывается у меня это в голове, то есть в моих там вот шаблонах это не укладывается, что так можно было. И для меня вот это какое-то такое чудо, что есть живой человек, моя знакомая, которая мало того, что написала, она еще и издала книжки. Так, еще хотела бы тоже немножко про тебя рассказать, поскольку эфир про тебя, что у тебя есть сайт. Я сегодня зашла на него первый раз, и фраза, которую я прямо увидела, она меня зацепила. Бережная трансформация — это первая фраза, которая там всплывает у тебя, ну, как бы в анонсе, наверное, там еще идет. Я бы сказала, что бережная трансформация — это относится не только... скорее относится к твоим стихам. Вот, я не знаю тебя как психолога, да, знаю, да, точнее говоря, знаю, не через личное консультирование, а через работу с сыном. Но это можно отнести, в принципе, наверное, к тому стилю, которым ты живешь сейчас, да? Бережные трансформации. Расскажи немножко, да, про бережные трансформации. Что это для тебя? Как это для тебя? Ну, во-первых, я сделала сайт, но я его, знаешь, вообще никак не продвигаю абсолютно. То есть я его сделала, но я пока, знаешь, не могу сказать, что вот как бы сайт отражает то, как у меня внутри. Я не знаю, как это выразить, ну вот в каком-то таком виде, чтобы это отражало то, как у меня внутри. Вот, и поэтому сейчас, когда ты говоришь про бережные трансформации, что тебя зацепило, вот, то я какой-то частью такая, значит, все-таки получается отразить сайтом. Вот, но смотри, я на самом деле очень давно в терапии, там, с 2003 года, наверное, и я достаточно много прошла обучение, сталкивалась с различными направлениями, с различными психологами. У меня есть очень много опыта, я не буду там сейчас в него заглубляться, но в какой-то момент я поняла, что в этой сфере, ну, есть достаточно много искажений. И я не могу там сказать, что я истинно в последней инстанции по поводу этих искажений, да, но я стала чувствовать, что очень много где есть, ну, и в терапии в том числе, вот небережного и немягкого подхода к человеку. Ну, в том плане, что человек, когда приходит с какой-то проблемой, ну, то, что у него создалась там эта проблема или создались какие-то условия жизни, это было для него нужно. И то, что он сейчас хочет что-то поменять, это, конечно, классно, и мы можем там по щелчку пальца все перетрансформировать, но потом человек уйдет, и как он будет с этими трансформациями справляться, да? Поэтому я для себя стала в своей практике выделять как одно из основных — это экология и такая вот бережность, мягкость.
потому что, ну, вообще вот так, если положа руку на сердце, вся моя жизнь — это постоянные какие-то трансформации, и я понимаю, что объем, как бы объем, куда я могу человека провести под запрос, понятное дело, mm-hmm. да, mm-hmm. он большой, и очень важно соблюдать вот эту грань. Грань, что да, можно классно все протрансформировать, много есть техник, упражнений, опыта там и всего прочего, но все-таки бережность, мягкость, какая-то сонастройка с тем, как человек эти трансформации потом в свою жизнь впишет, это тоже немаловажно. Ну, вот. Да, здесь бережность и уважение границ, особенно когда ты работаешь как и психологом, ну вот я беру как бы на себя роль, не на себя роль, а сейчас с точки зрения массажиста говорю, бережность в отношениях с людьми, она очень важна. И чем сердечнее ты относишься к человеку, тем большего результата, тем к большему и к лучшему результату ты приходишь в конечном, да, в конечном результате, в конечном итоге. Ну, я с психологами, у меня был опыт консультирования, и для меня это ни разу, лично для меня, ни разу не бережные отношения. Как у меня был опыт и работы с массажистами до того, как я пришла в профессию, где тоже ни разу это не было ни бережным отношением. Mm-hmm. Да, через это, наверное, можно прийти к каким-то результатам, но для меня важна мягкость, особенно на входе и в начале работы со специалистом. Мягкость и бережность, она очень важна, она защищает и мои границы, и границы специалиста. Вот я поэтому и говорю, что бережные трансформации прям очень-очень сильно меня зацепило. Но я это отношу в первую очередь, ну, как бы к твоему творчеству, потому что даже твое творчество, оно делает бережные трансформации вот ну, во мне точно однозначно, потому что после прочтения твоей книжки, ну, я считаю, что очень многое поменялось вот во мне самой, mm-hmm. внутри меня. Да, Аня, ты знаешь, ну, я тоже как бы к тебе пришла как, ну, к массажисту, да, и я видела тоже вот эту бережность, да, такую настройку, сонастройку с клиентом, там, с уровнем готовности куда-то пройти, да, вот. И, ну, я, безусловно, тоже... имела другой опыт и в этой сфере, ну и также в сфере там услуг терапии, вот, и, соответственно, с одной стороны, где-то я там свои шишки набила, где-то этот опыт мне сейчас тоже пригождается в работе с клиентами, вот, и, ну, я не хочу сказать, что я вот прям такая достигла хай-топ, и тут прям вот, то есть я не хочу, знаешь, говорить, что все вот потолок, я такая прям вообще супер-мега крутая, вот, но я, ну, как бы я в ту сторону стремлюсь, и я считаю это одним из основных параметров, вот, потому что, ну, для меня, вот, знаешь, все, что связано с душой, с изменениями, просто я сама знаю, как это, когда даже это хорошие изменения, и все прекрасно, но это поднимает очень много разных слоев. Ну, и на мой взгляд, я тоже не хочу сказать, что вот там другие специалисты, они плохие, потому что они там то-то и то-то. Я просто стала замечать, что чем больше объем человек видит, тем бережнее он работает. Потому что, например, я могу помочь одной вот этой части человека, а при этом покалечить другую, да, потому что я ее просто не замечаю, эту часть. Вот. И чем более объемно я вижу, тем более как бы корректно я могу подойти к изменениям. То есть, ну, мы делаем трансформацию, допустим, там, ну, в сфере работы, к примеру, ну, условно, да, но это же не отдельная часть, она же еще сонастроена там с частью про отношения, с частью там еще что-то. То есть как мы теперь эту трансформированную часть обратно заносим в личность? Вся личность сейчас будет перестраиваться, это нужно учитывать, да? Ну, да, да. И поэтому... Ну, в любом случае, да, вот тот травмирующий опыт работы с какими-то специалистами, в моем случае с массажистами, он меня тоже, да, привел к какому-то пониманию человека, в первую очередь, настройки на человека.
если бы мы в своей жизни с этим не столкнулись, мы бы сами не родились как мастера в этом вопросе, да? То есть мы сначала бы набивали свои собственные шишки, да, и неизвестно, куда бы нас привел путь. А вот эта вот бережность к себе, да, через работу с другими специалистами, она и отражается на бережном отношении к другим людям, вот, скажем так. Да. Поэтому мне здесь тоже очень с тобой комфортно и классно. Я, видишь, в Питере оказалась. А если бы была бы в Москве, то я бы к тебе прям с удовольствием пришла бы поскорее. Ну да, благодарю тебя, да. Мы с тобой, наверное, в самых длительных отношениях массажист и клиент, если так можно сказать. Вот, потому что вот я тогда только начинала, можно, если так можно сказать, более массово, что ли, работать с людьми. Я уходила из организаторства и стала больше работать руками. И вот с тех пор очень много чего изменилось, но вот мы с тобой на самом таком вот длительном пути. Вот, и тоже мне интересно наблюдать, как все это развивается. Вот, и сейчас мы с тобой немножко даже в других отношениях, нежели тогда в самом начале. Вот у меня есть там публикация на страничке в Фейсбуке, когда мы с тобой работаем вместе, я как телесный терапевт, если так можно назвать, а ты как душевный терапевт, и тоже за этим очень интересно было наблюдать в работе с людьми. Вот я тоже тебя заблагодарю за такой опыт, для меня он очень необычный и много о чем говорящий, да, вот это бережные трансформации, бережный путь, бережные отношения – и к себе самой, и к людям, с которыми ты работаешь. Это прям вот какой-то такой, ну, новая ступенька. Благодарю тебя за такую возможность. Очень взаимно. Вот. У меня там, возвращаюсь к нашему плану, у нас опять идут стихи. Твои стихи. Не знаю, как тебе удобно. Можно опять сделать это рандомно, да, вот что идет. Или я видела, ты сегодня утром написала там какие-то стихи, я тебя там дергала с утра. Да, я сегодня, ну, просто тут я... Ого! Карантинами и прочим, вот, немножко подвыбилась из графика написания стихов. Ну, это я шучу, конечно. Вот, сегодня просто я вот после душа вышла, и я не могла ни кушать, сесть, ничего. Села и писала стихи, просто давно такого не было. Вот. У тебя прям график какой-то существует, что у тебя там есть? Нет никакого графика. Сегодня мы проснулись по плану написать стихи. Нет, у меня наоборот противоположно, я каждое утро просыпаюсь таким, типа, и что сегодня? Вот, просто это я уже вот давно в этом жила, а тут вот вся эта история мировая, она как будто бы заглубила меня в это, бессознательного уровня, где это сейчас проживаю не только я, но и другие люди тоже. Вот, то есть каждый день ты не знаешь, что будет завтра. Класс, мне нравится так. Хочешь, я могу прочитать сегодняшнее стихотворение? Мне будет интересно, я его не читала вслух, и оно свежее, такого ни разу не было, чтобы я написала стихотворение и тут же его читала в эфире. Сразу людям. Давай. Мне интересно. Тут так сильно светит солнце, я не знала, что будет солнце так сильно светить, но мне нормально. Слушай, видно. У меня тоже светит солнце, я так немножечко отсела, чтобы оно прямо на лицо мне не падало. Но у тебя хороший светофильтр, и ты такая вот солнечная, да, вся. Хорошо. Да, да, все хорошо. Главное, чтобы тебе было комфортно самой сидеть. Ну, я так примерно тебя вижу. Тогда читаю. Давай. Даже если кто-то тебе врет, ты видишь? Посмотри, это его правда сейчас обманывает. И за этим стоят его истории, которые, может быть, никто не поймет, но одновременно с тем, что досадовать ты будешь, чувствуя какую-то ложь. Просто со своей правдой соединяйся. Не беги осуждать, кричать, все не врут, и ты на них бери и равняйся. Чувствуй свою правду в костях, мышцах и губ
движениях. И не позволяй себе застревать в правд людей других осуждениях. Будет он готов отпустить ложь, обман, притворство и страх за всем этим. Ты его возьми, обними, так, как будто друга ты встретил. Для него большого труда стоило пройти к новому слою правды, даже если внешне и не всегда можно увидеть в глазах ее правды жажды. Я не знаю, как это воспринимается на слух, потому что я сама, когда пишу, думаю, как можно так написать? Тут же все. Ну, то есть рифмы вот так, смыслы вот так. Вот. Ну, то есть у меня есть процесс, где я просто пропускаю поток, а есть процесс, голова такая думает, блин, как это? Вот я тебя хотела спросить, как это у тебя начинается, как приходит вдохновение? Ко мне приходит как отклик, я могу сразу сказать, я когда что-то читаю или что-то происходит, вот, и у меня приходит отклик, и я его сразу, мне лучше сразу-сразу его написать, иначе оно все вот куда-то улетит, и я потом не вспомню. Как к тебе приходит? Можешь вот там в двух-трех словах рассказать? Ну, знаешь, у меня приходит сразу словами. Прям вот сразу, то есть я моюсь в душе, а у меня фраза «даже если кто-то тебе врет». То есть у меня прям фраза, и я начинаю ее сразу чувствовать, и иногда я могу прям целиком стих, то есть прям целиком слова прям запомнить. Ну, если у меня голова не занята там, куда мне надо бежать, что кому сказать, что кому сделать, сколько времени, сколько осталось, куда выйти, то есть я могу держать это в голове. И у меня были такие моменты, когда я брала вот так телефон и записывала сразу с головы стихи. Вот. Когда голова перегружена всякими задачами, то тогда надо быстрее начать записывать это вот, как сегодня. Моя голова была перегружена волнением перед эфиром, как все будет, там, и все такое прочее, это как бы отдельный процесс. Я не могла удержать стих в голове, мне нужно было сразу начать его писать. Я просто ставлю руку, она пишет. А то я хотела даже спросить, у меня такая идея родилась. Может быть, ты как Алиса, что-то съесть, чтобы начать писать, а потом что-то съесть, чтобы прекратить писать? Вот. Нет у тебя никаких специальных блюд, которые рождают вдохновение в тебе? У меня есть одно единственное, ну, блюдо в кавычках. Это чем больше я, ну, как бы в глубоком контакте с собой и с телом. То есть вот вода, например, душ, природа, какая-то... Занятие йогой. Йога, да, ну, то есть телесный фактор, то есть вот все это, оно может заглубить вот весь этот слой стихотворный, и как бы я смогу больше пропустить. Но чтобы это связано было там с едой или с людьми, или с, там с местами, нет. То есть это только про контакт с собой, да. Чем глубже контакт с собой, тем больше стихов. Да. У нас осталась прям буквально минутка до конца эфира. Я знаю, что в Инстаграм он сам выключает, по-моему, да, после часа. Там нужно будет нажать «Сохранить». Ну, да-да-да, я постараюсь, чтобы наш эфир сохранился. Вот, не могу тебе обещать. У нас там вопросы задают. Видно тебе там, какие вопросы? Да. У меня под душем. Да. Успеем на что-нибудь ответить? Вопрос ассоциировала когда-нибудь людей со стихами? Нет. Не ассоциировала, мне даже не совсем понятен вопрос, если честно. А, то есть здесь, наверное, вопрос в том, что писала ли ты стихи, посвященные какому-нибудь человеку, может быть, вот про это, нет? Mm-mm. Благодарю всех за сегодняшний эфир, кто к нам сегодня пришел. Вот, у Ясны на страничке у нее есть сайт, можно посмотреть, какие книги там есть в наличии. Чем она занимается, тоже можно там почитать. Вот, благодарю всех. Ясно, благодарю тебя за сегодняшнее общение. Вот, да, хорошего тебе дня. С нетерпением жду тебя в Москве, когда будешь.
Будем на Да, связи. Спасибо. Спасибо большое тебе и всем. Пока. Всем пока.